Міжнародная федерация товариства Червоного Крыжа и Червоного Паумесяца має намер реализовать на территории Гомельской области шерах новых проектов. Об этом поведомил представник этой организации Гархмас Гусейнов, який сегодня наведал регион с рабочим визитом. Подробности в материале наших корреспондентов. У программе визиту керовника регионального представительства Международной федерации товариства Червоного Крыжа и Червоного Паумесяца Гармаза Гусейнова одразу несколько встреч с переселенцами с Донецкой и Луганской областей, с инициативной группой пожилых волонтеров, которые доглядают за своими ровесниками по месту их жихарства. Але первая встреча с волонтерами отряда худкого реагования, которые под час проведения других европейских гульняв працавали в составе медицинских бригад. Гармаз Гусейнов каже, что уважливо сочил за споборництвами и высоко оценивая их организацию. Виктория Какушкина на этих гульнях оказывала допомогу глядачам. Подготовка была, во-первых, мы проходили тесты к самим европейским играм. Отбор у нас был такой же, как у волонтеров европейских игр. Мы проходили тесты, платформы. Затем ездили на разные тренинги. Были смены на трибунах по 8 часов. Потом нас сменяли другие волонтеры, мы уходили. И вот так вот проходило каждый день. Гомельские волонтеры, которые працавали на других европейских гульнях, отримливают подяки белорусского товариства Червоного Крыжа. Доброохотники, которые были задейничены у гомельской фан-зоне, подарунки. Але предугледженная программа визиту сустречи не единая мета приезда керовника регионального представительства. Необходимо знакомить областную организацию с замежным опытом и обмерковать проекты, которые Международная федерация товариства Червоного Крыжа и Червоного Паумесяца будет реализовывать на территории Гомельщины. С уликом назапашенного опыта, на протягу амаль 30 годов федерация оказывает метанакированную допомогу жихарам районов, которые потерпели у вынику Чернобыльской катастрофы. Проект, который был направлен на оказание помощи чернобыльским регионам, был одним из самых долгосрочных проектов во всей истории Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца. И на данный момент мы обсуждаем с руководством Белорусского Красного Креста, можем ли мы сделать что-то еще, и посмотрим, что возможно будет в будущем. Кризисный центр Гомельской областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа открыты полгода тому. Его задача – оказание допомоги людям, которые опынулися у тяжкой житевой ситуации. Это долготерминовый проект, который не имеет аналогов у республики. У центра створены все необходимые умовы для вертания до нормального життя. Однако это не только часовый дом и притулок, але и место, где можно вырешить назапашенные проблемы с уделом разных служб. Мы предоставляем людям жилье и заодно мы трудоустраиваем, ищем, помогаем работу, восстанавливать документы, паспорта. Это важно, они благодарны, они довольны. Население нашего города Гомеля все знают, что существует кризисный центр, и они направляют нам постояльцам. Олег Шенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».